Представьтесь, будь ласка. Білецька Елена Анатольевна. Ви мати Андрія Білецького, одного лідера громадської організації «Патріот України», який кілька років вже незаконно утримується в пенітенціарній системі. Розкажіть, будь ласка, про його теперішнє положення і скандал з його зникненням. Я мама Андрія Білецького, правильно сказали, лідера «Патріота України», який є составляющей частью правого сектора. Более двух лет мой сын и другие члены «Патриота Украины» находятся за решеткой. Идет следствие, теперь идут суды. До сих пор сын мой содержался в Холодногорском СИЗО. Но после событий на Грушевского его стали просто прессовать. Он получил 7 суток карцера, абсолютно ни за что. Его ежедневно переводили с камеру в камеру. А 10 числа его вывезли в Деканевскую колонию. Деканевская колония, при Деканевской колонии есть СИЗО временного содержания. То есть там сидят люди, которые уже получили свой срок и ждут либо апелляции, либо кассации. Белицкий – это единственный в этом СИЗО человек, который сидит там без приговора. Ему у нас 20-го, 24-го, 26-го будут суды проходиться. Ему надо сейчас готовиться к судам. Никакой возможности, естественно, нету. Я очень прошу общественность, а особенно СМИ, обратить внимание на эту ситуацию. Дело в том, что вчера появилась информация, что корреспонденты попытались дозвониться в колонию и узнать, содержится ли там Белицкий. Им сказали, что Белицкий не содержится. В Холодногорском СИЗО его нет, в Деканевском СИЗО, как они сказали, нет. Мы ничего не можем узнать, потому что выходные, и никому дозвониться нельзя. Я очень переживаю этот момент. Я думаю, я не знаю, где мой сын, что с ним, и жив ли он, если честно, вообще. В понедельник будет суд. Ну, если привезут, на суд привезут. Но на данный момент мы ничего не знаем о его местонахождении. Поэтому большая просьба к СМИ обратить на это внимание, дать широкую огласку этому факту. И только это поможет вот сейчас спасти Белицкого от какого-то противоправного действия со стороны тюремной системы. А он сам там утримується? Чи может с Олегом Однороженком, чи вам невідомо? Нет, одного, его перевели одного. Олег Однороженко до сих пор находится в Холодногорской СИЗО. А в яких умовах вони останнім часом утримувались там? Ну, умови, знаєте, одинакові. Камери по 20, 30, 40 чоловік. Но сейчас в Холодногорском СИЗО очень много выпустили людей, поэтому оно разгружено и как бы меньше. Вот. Ну а потом, вы знаете, Андрей, когда мы на свидание приходит, я мама, и правду от него узнать тяжело. Он меня щадит и пытается меня успокоить, сказать, что все хорошо. Вот. Ну, к правому сектору обращаюсь тоже, ко всем. Обратить внимание на этот факт, на беспрецедентный. То, что по абсолютно сфальсифицированному делу, это даже дело полностью разбито нашими адвокатами. Каждый пункт обвинения разбит. И вместе с тем, все равно нам говорят, он будет сидеть и будет сидеть долго. В які офіційні інстанції ви звертались от з приводу цієї проблеми? Ми обращались во всі інстанції, починаючи від генерального прокурора, Лутковської. Ну, коротше,
мы писем отправляли, я говорю, пачками. Угу. Вот. Все они возвращались в Харьков, вот, в следственную группу. А там говорили, все хорошо. Вот. Была создана следственная группа, 17 человек для вот этого дела, в которое уходили полковники, подполковники. И следователь был из Киева, следственного управления. Но когда показали дело обыкновенному следователю, он просто схватился за голову, потому что, ну, он говорит, что это невозможно настолько ошибиться, можно только сфальсифицировать. Вот. Все дело абсолютно сфальсифицировано. И это я могу доказать, так как я являюсь общественным защитником, то есть я дело изучаю полностью. Я все 22 тома дела изучила. И вы знаете, вообще непонятно, почему сидят ребята. А скажите, якісь народні депутати вам допомагали і допомагають от наразі, от на даний момент? Ви знаєте, допомагали чим? Раніше допомагали поруками. Но все поруки суд отклонял. Вот. Порубий помогал, вот. Павловский помогал. Это мы можем сказать. А сейчас нет, сейчас нам никто не помогает. И мы... Вот, вот оно дело сфальсифицировано, а вот мы все равно получим, как нам говорят, срок. И большой срок. А скільки наразі йому от, ну, висувають обвинувачення? До 15 лет. До 15 лет. Вишка по теперішній. Да. Вот. От 15, вернее, до пожизненного. На пустом месте. В конфликте, который рассматривается в деле, Андрея вообще не было. Это доказано самими СБУшниками распечаткой разговора. Его распечаткой и биллингом. Добре, дякую, тримайтеся.